В последние выходные лета на набережной Степана Разина в Твери состоялся Волжский променад. Это культурное событие под открытым небом каждую неделю собирает десятки неравнодушных, творческих и талантливых людей. На этот раз в ходе променада можно было полюбоваться работами художников из творческого объединения «Перекресток», а также посмотреть на ретро-мотоциклы от «Ночных волков». Живая музыка, уютная атмосфера, солнечная и теплая погода в последние выходные лета. В такой обстановке в Твери на набережной Степана Разина прошел очередной Волжский променад. Создание этого событийного арт-пространства стало частью большого проекта по объединению жителей области посредством участия в культурной жизни. У нас набережная превращена в пешеходную зону. Не просто в пешеходную зону, а в настоящее арт-пространство. Выставки художников, живая музыка, выставки от Банка России. Творчество и культура – это, ну, в общем-то, определяющие факторы культурного года каждого города. Вот надо, чтобы культурный код Твери был просто вот, ну, самого высокого уровня. Одним из центральных событий Волжского променада стала выставка работ мастеров творческого объединения «Перекресток». За время существования объединения через него прошло более 60 художников, многие из которых сейчас находятся в авангарде русского искусства. Каждая экспозиция этой группы действительно перекресток, на котором встречаются художники различных стилей и направлений со своими ярко-индивидуальными взглядами на жизнь и искусство, использующие обширный арсенал методов и специфических средств для самовыражения и передачи своего художественного мировосприятия. Слава Богу, возникла новая площадка. И это не просто новая площадка. Но вообще у нас, честно говоря, с арт-объектами, с арт-площадками всегда проблема. И вдруг нам опять-таки предложили новый выставочный проект, новый выставочный объект, где можно выставлять, причем совершенно бесформатно, любые работы. Естественно, скажем так, художники живо откликнулись на это дело. И вот мы здесь. А по соседству с художниками свою экспозицию организовали байкеры. «Ночные волки» и «Старшка» привезли в Тверь около 40 ретро-мотоциклов, как отечественного, так и иностранного производства. Особого внимания заслуживал, например, вот этот ИШ-350 1948 года выпуска. Замечательный мотоцикл, который позже уже вот прямо мы так их выставили. То есть дальше следующая версия была ИШ-49 и так далее. Появилась целая история Ижевского мотоциклетного завода вокруг этой модели. Поэтому для нас этот мотоцикл особенно важен, интересен, но и харизматичен. То есть это красивый, стильный мотоцикл. Примечательно, что торжокские «Ночные волки» не просто байкеры. Они ведут в Торжке общественный проект «Ямам нет» при поддержке советника президента России Владимира Васильева. Заделывают ямы на дорожных участках. К слову, известный политик также посетил Волжский променад, где пообщался с художниками и осмотрел выставку их работ. Замечательная набережная. А плюс еще и произведения изобразительного искусства, подделки какие-то. Я думаю, не только это. А еще, кстати, вот я ничего не видел. Здесь есть у Игоря Михайловича Руденья мечта, он поделился. Здесь есть какой-то дом, как бы не этот, не боюсь ввести в заблуждение. Старый дом, который можно превратить в арт-кафе, чтобы люди, прохожие здесь, могли зайти и выпить чашку кофе. Просто руки помыть нормально, все это сделать. Попробовать сделать. Как считает Владимир Васильев, традиция проведения Волжского променада в центре столицы Верхневолжья должна продолжаться, по крайней мере, до тех пор, пока будут позволять погодные условия.